А я чувствую еще немножко, да, посмотрим. Степан, американские машины, конечно, они во всем уникальны. И в том, как они едут, в том, как они сделаны, в том, кто на них ездит. И в том, как они звучат, конечно. Ну, песни просто. Причем все заднеприводные, все на механике. Вот шик-то в чем. У нас всегда на Амлине была такая фишка у всех. Вообще на Амлине всегда все делились на... Все пилоты все делились на две части. Те, кто ездил на полном приводе, и те, кто ездил на заднем приводе. И все те, кто ездили на заднем приводе, конечно, они с полным приводом не могут сражаться, но они как бы свое братство такое, у них была такая фишка, они подъезжали и грели резину всегда. Всегда, и все, кто стоял на старте, их накрывало таким туманом жженой резины. Но вот сегодня почему-то то ли люди экономные, то ли научились как-то без прогрева стартовать. Ненаблюдаемо сейчас. А наблюдаем мы Lamborghini. Ламбу мы наблюдаем. Дорогие друзья, перед вами произведение искусства итальянских мастеров.